В администрации района подвели итоги осенней призывной кампании и обсудили этапы подготовки к весеннему призыву. Межведомственное совещание прошло под председательством первого заместителя главы района Руслана Ямыкова с участием глав сельских поселений и военно-учетных работников. С докладом об итогах осеннего призыва в районе выступил начальник отделения подготовки призыва военного комиссариата Гиагинского и Кашхабского районов Геннадий Трофименко. Призыв граждан на военную службу проводился в соответствии с федеральным законом Российской Федерации номер 53 о воинской обязанности военной службы. В соответствии с распоряжением главы Республики Адыгея 22 сентября 2023 года номер 226 РГ была создана призывная комиссия Кашхабского района. Ее работа осуществлялась в соответствии с утвержденным планом и графиком. Работа призывного пункта организована в соответствии с требованиями уходящих документов. Происшествия и грубых нарушений в ходе призыва граждан на военную службу не зафиксированы. Норма призыва, установленная военным комиссариатом Республики Адыгея, выполнена на 100%. Все администрации сельских поселений Кашхабского района с задачей по отправке войска справились. В рамках совещания были рассмотрены результаты взаимодействия Центральной районной больницы с военным комиссариатом, органами местного самоуправления. Информацию по данной теме представила врач, руководящая работой по медицинскому освидетельствованию Наталья Потокова. О результатах военно-патриотической работы в образовательных учреждениях района доложил специалист управления образования Артур Зихохов. В ходе совещания были утверждены планы работы призывной комиссии весеннюю кампанию 2023 года. Особое внимание будет обращено на выявление лиц, уклоняющихся от военной службы, усилению оповещения граждан призывного возраста.